Всем привет! Вот такой емкостью у меня содержатся сибирские углозубы. Здесь крышка с отверстиями. Здесь вот это вот отверстие просто-напросто прикрыто. А теперь посмотрим, как они живут. То есть, как вы видите, очень любят находиться на камнях. Трубочника поедают в очень большом количестве. Дафнии уже здесь практически нету, сейчас надо будет наловить. Так что камни для них самая лучшая платформа, на которой они будут находиться. Вот в таком виде они будут забираться, убираться домой. То есть 4 штуки остались в уличных условиях. И 4 штуки будут находиться в условиях квартиры. То есть при комнатной температуре. Наблюдения продолжаются на календаре 9 октября 2024 года. До скорых встреч!